Дорогая Лена, вчера получил от тебя два письма. Конечно, был очень рад, так как сейчас для меня одно развлечение – это твои письма. Лена, сколько приходится ждать письма? Просто другой раз становится обидно, то ли на почту, или даже на тебя. Дорогая, ты не думай, что я думаю о ком-то другом. Нет, я знаю только тебя, я живу мечтой о тебе, мечтой о нашей долгожданной встрече. Я вспоминаю тебя, и никогда мне не забыть твою милую улыбку. Я знаю, ты меня любишь, ты меня ждешь, как самого близкого, дорогого человека, который для тебя все, и мечты, и любовь. Зачем между нами сохранились еще недоверия в любви? Знай, что моя любовь к тебе безгранична. Я тебя люблю так, как любишь меня ты. Недалек тот день, когда наши мечты сбудутся, мы встретимся и скажем друг другу: да, это действительно любовь. И тогда объятия и крепкие-крепкие поцелуи. Я жду этого, только этого дня. До свидания, милая. Крепко, крепко целую. Навсегда твой, Саша.